зажигательные авиабомбы. Граждане, при нападении авиации противника на наши города враг сбрасывает в больших количествах зажигательные бомбы. Бомбы эти могут вызвать большие пожары. Однако предупреждение этих пожаров зависит в большой степени от самого населения города. Помните, при умелой, решительной и энергичной борьбе населения с угрозой пожаров, предупреждение их в огромном большинстве случаев обеспечено. Что же для этого нужно? Раньше всего необходимо запомнить три основных способа тушения зажигательных бомб. Первый способ – удаление бомбы. Второй способ – тушение бомбы в воде или оттаскивание бомбы на песочную корку и засыпание ее песком. И третий способ – тушение бомбы потом. Для этого необходимо, чтобы на всех чердаках, лестничных клетках, квартирах и дворах были заготовлены вода, песок, ведра, лопаты, щиты и прочие способствующие ликвидации бомб домовые инструменты. Очень важно покрыть все деревянные конструкции чердака огнезащитным составом и засыпав пол чердака слоем песка тоненьких инструментов. При первом способе, когда у вас есть возможность просто выбросить бомбу, вы должны быстро, не теряя ни секунды, взять ее на лопату или захватить вещами, пилами, граблями или руками в ответственных перчатках и выбросить в печную топку. Бомбу можно выбросить также на улицу или во двор, при этом желательно зарыть яму. Если почему-либо невозможно выбросить бомбу, старайтесь схватить ее и опустить бочку с водой или положить на песок, быстро насыпанный рядом, и сверху засыпать так, как нужно. При третьем способе, если иначе невозможно, необходимо поливать бомбу водой в большом количестве. После того, как вы засыпите бомбу в пол, или зальете водой, или погасите ее, пожарный бот остается на месте тушения и следит за бомбами в следах или опасности, подсыпая песок и заливая водой, и в случае необходимости поднимая крышу. Когда вы идете на пожарный бот, надевайте плотную одежду, берите с собой ответственность, при ликвидации бомб старайтесь прикрыться дощатым или фанерным щитом размером 0,75 на 1 метр.